21 июня на аэродроме железнодорожной станции «Погрузная» состоялся районный праздник «Весны и труда», посвященный подведению итогов весенне-полевых работ. Приветствовать вас на нашем празднике. Уважаемый Виктор Николаевич, дорогие гости, примите этот корабль как символ трудолюбия и хлебосольства всех тружеников нашего района. Эту за партой учили, но я заявляю, да здравствует хлеб и люди, что жизни ему посвятили. Все-таки хлеб – основа всей жизни. Хлебет и синоним. Зайди в закрома, на пекарню, на топ. Вдохни его дух, ощути его запах. Кошинского района сотрудниками Дома молодежных организаций и РДК были подготовлены игровые площадки. Сколько нужно? Это бесплатно играть? Это бесплатно, абсолютно играем бесплатно. В общем, я объясняю, когда правила игры. Находим пару себе, то есть двух человеков. Предприниматели Димитровграда и Нурлата организовали для подростков спортивные задания. Три попытки 150 рублей. Thank you.
Назад давай! Назад! 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 Первое место! Елисей! Алексей! Елисей! Ебать, ты мужья! Джорик, приближайся. Не надо, не приближайся. Езда с Алгеркой, там нас никто не долезет сюда. Там будет приезжая. А на СИ так золото есть. Чай. Понял? Твоя макушка прямо в камере. Чего? Да. Так и доползет, да? Сейчас они пришли падение за ними. Смотри, что. У меня пузырь вот там бренчит. Звук-то тоже записывает. Это был Денис Антоногенду. Это ты, это... Ему скинь. Гитару что он борется, да? В зоне вверх тоже до этого. Зал упадет. Вставайте, горе, 121 килограммов. Руслан Гаймамедов, 68 килограммов. 100 килограммов тут. Ага, Юра. Одни самые маленькие шетлинские, другие побольше. Вот детки приходят заниматься, садятся на самых маленьких, потом вот вырастают и уже пересаживаются на более крупных. Пометки. В заезде принимают участие 5 лошадей. Лошади подходят к стартеру. Дан старт шестому заезду. Бег возглавил Сатурн под управлением Гудкова Александра. Второй Зевс.
Лошади выходят на финишную прямую. Нет, застанешь его. В борьбе лошади идут Зевс. Догнал и вступил в борьбу Туман. Первый Зевс. Какой фальстарт держит паренек? Что вы, если... Скорая помощь подъедет на поле. Надо фальстарт, тут флажку нужно. Фальстарт! Я иду. Еще раз не проехал. Ежегодно в нашем селе проводится конно-спортивное соревнование. Кроме традиционных призов администрации района, победители заездов получили призы от фирмы «Токио». Это мини-сеты из трех видов ролл. Фирма «Токио» занимается доставкой блюд японской и европейской кухни по селу Кошки Кошкинскому району. Ее адрес сайта и номер телефона вы видите в нижней части экрана. Следующий Маркелов Валерий. Далее, какой быстрый. Быстрый. Резвый. Его немного неудача постигла, я честно говоря, вот узнал, значит, да, знаем, расстроился. Да. Спасибо. Молодец. Дорогу стремаю. Здоровенькие. Что вы делаете? Обряди вам, милый ямню. Умните. И стремаю.